Приветствую вас на канале Час Ремонта. Сегодня на обзоре электроотвертка Bosch GO 2. Рекомендую вам подписаться на канал и включить колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. В описании под видео вы найдете ссылки на магазины с лучшими ценами и полными характеристиками. Буду рад вашей поддержке, поэтому делитесь впечатлениями в комментариях и ставьте лайки. Отвертка аккумуляторная отличается от ручного аналога наличием электродвигателя, автоматизирующего и ускоряющего работу. Инструмент поможет быстро вкрутить или выкрутить винты, саморезы, другие элементы крепежа с подходящей формой шлица на головке. Отвертка подходит для ремонта, сборки и разборки мебели, выполнения бытовых домашних задач и работы во дворе или в гараже. Можно использовать при ремонте бытовой техники, компьютеров и другой электроники. Устройство компактное, имеет небольшой вес, при таких характеристиках рука не устает во время работы. Прямая конструкция и узкая рукоять облегчают работу в местах с ограниченным доступом. Прорезиненный корпус способствует крепкому хвату и исключает выскальзывание инструмента из рук при использовании. Цветовая гамма фирменная, основной черный и дополнительный синий, логотип красного цвета. В комплект входит отвертка, 1 бита PH1, 1 бита PH2, кабель микро-USB, чемоданчик. В отличие от предшественника, данная аккумуляторная отвертка запускается не только с помощью надавливания на биту, но и по нажатию клавиши. С помощью пятиступенчатого регулятора на корпусе вы можете настроить мощность крутящего момента до 5 ньютон-метров. Регулировка выполняется механической муфтой, позволяя точнее выставить необходимое значение. Технология Smart Stop автоматически останавливает вращение шпинделя, если шуруп достаточно закручен. Электронный тормоз предотвращает срыв резьбы и стачивание биты, а также делает крепление аккуратным. Устройство работает от литий-ионного аккумулятора емкостью 1500 мАч. Зарядить батарею можно с помощью кабеля микро-USB. Для удобного контроля на корпусе расположен светодиодный индикатор. Технология Bosch ECP Battery Protection равномерно распределяет энергию для экономии заряда. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них, сначала отрицательные. 45-й саморез в сухое дерево вы закрутите с трудом или не закрутите совсем. Не очень внятная инструкция. Сломалась через 4 месяца неактивного использования. Отсутствие индикации заряда, бедная комплектация. Суперчувствительная кнопка запуска. Бесполезный кейс, он больше как подарочный, чем для реального использования. Отсутствие подсветки, тут прям все об этом пишут. Открытый разъем зарядки мини-USB. Громко жужжит редуктор. Теперь перейдем к положительным. Удобно для мелких работ. Регулировка усилия, кнопка пуска. Дизайн корпуса, приятно брать в руки, классные резиновые вставки. Регулировка силы затяга, без нее подобные отвертки не имеют смысла. Останавливается сразу после отпускания кнопки, без инерции. Альтернативные способы работы, либо нажатием на корпус в направлении винта, либо через кнопку. Две биты в комплекте. Провод мини-USB. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. Лайки и комментарии приветствуются. До скорой встречи на канале Час Ремонта.